Так, мы подъехали в парк Kids. Вот видите его название. Очень красиво. Сейчас будем. Ой, что тут вот очень такой мягкий коврик. Одуреть. Поднимаемся по ступенькам. Ветки. Тут очень солнечно, душно, жарко. Ой, попугайчики уже начались. Фонтан. Так, что-то у меня с объективом. Прошу прощения. Да, вот лучше стало. Антох, доставай фотоаппарат. Пофоткай попугайчиков. Смотрите, какой хорошенький попугайчик. Рычит ведь. У них, кстати, характер есть. Привет, привет, красавчик. Ой, какой красавчик. Да ты так на меня смотришь. Лицо ты закрыла, Мадина, убери. Вот еще какой-то голубенький есть попугайчик. Ой, красавчик тоже. Очень хорошенький, да? Ух ты еще, как он умеет. Вот волновый. Ползает по дереву с помощью лапы клюва. Интересно. Так. Вон еще такой. Напротив солнца. Ой, хорош, хорош, да. Привет, привет, привет. Он мне кивнул, ты такой. Привет, привет. Вот такой. А, да, такой интерес, мы уже дальше мне хорошо. Так, я потеряла мужа. Что-то нам хотят рассказать. Так, может быть. Вперед надо идти, наконец. Да. Господи, сколько тут птичек. Так, надо было взять. Белая птица только на Бали? А где она там? Сейчас красная книга. А вот. Много. Сейчас увеличу. Только на Бали вот такая птичка есть, ребят. А, это не помыла. Называется горки мать. Несъедобный. Вон, еще там. Вот они, видите, сидят. Горки. Красотки какие. Это только на Бали такая водится, сказали. Только... Тут мало памятников, но очень-очень много зелени. Ой, какой... Еще там можно. А потом мы туда идем и направо дальше. Да, пушистый правда. Такой попугай. Да, уж это действительно парк птиц. Очень много птичек. Очень жалко, что... Да. Что такое не зеленик, да? Ваня, это не разлучники за мной? Это все ара. Это все ара?